No. Zo. Уважительный. А как ты написал? Наблюдатель такой-то. Надо было написать наблюдатель такой-то, согласен. Наблюдатель такой-то. Подпиши вот чуть-чуть ниже. Нет, согласен. Напиши, ты ниже. Согласен. Вот мы провели собрание. Единогласно решили вас убирать. Пожалуйста, было, значит, тогда, прежде чем меня удалить, вы должны сделать письменное заявление комиссии. Вот письменно. И выдать мне копию. Не надо нам рассказывать, когда и что и где нам делать. Значит, вот у вас решение вот есть. Сейчас приедет милиция. Это решение комиссии. И мы с ней нет, поговорим. Вы прямо сейчас я прошу нет. данного товарища, он доходит здесь незаконно. А решение сейчас уже милиция. Сказали, вот решение комиссии. Он не сказал фамилию. Да. Оно не подписано. Я не видел. Писал, нету, нет, все написано. Не должны все члены комиссии. Не должны все. Не должны. Не должны. Все. Не должны. Можно посмотрим. Хорошо. Если вы должны выдать человеку, раз его удаляете, сами должны ему выдать материальный отказ. Вот. Это вот. Его. Все. Материальный отказ. Так, сейчас. Подожди. Подлинным бланком. Это вы берете себе. А все проголосовали? Единогласно? Нет, я не видел, что все проголосовали. Давайте еще раз. Да. Ради так, вас. Товарищи, да. Товарищи, да. Уважаемые члены комиссии, не можешь говорить это. По настоянию Александра проводим еще раз. Да. Значит, на, повернитесь. Нет, но они имеют право зарегистрировать, если вы не где документы-то ваши? Нет, документ, вот, пожалуйста. Так вы подайте их вон, это Юрий Александрович. Они должны у меня. Да. Здравствуйте, я звоню с Филипп, меня пытается, так сказать, удалить сейчас под предлогом того, что у меня нет необходимых документов. Вот у меня есть копия.